Короче, слухи. Отношения между звездными супругами испортились несколько месяцев назад. Тогда они решили на время разойтись. Теперь, кажется, ситуация окончательно прояснилась, и расставание Марии и Павла неизбежно. Ходят разговоры, будто Павел и раньше не отличался лебединой верностью. Однако Мария долго закрывала глаза на его походы на сторону. Сейчас, судя по всему, терпение звездной красавицы лопнуло. После возвращения Маши со съемок они много скандалили и в конце концов разъехались. Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями. Павел оттуда съехал, он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время. Пока они не приняли решение о разводе, но скорее всего он неизбежен. При этом постоянных новых партнеров у обоих на данный момент нет, рассказали в окружении семьи. Напомним, Мария и Павел познакомились в школьные годы. Их отношения продержались больше 17 лет. Любите свою жизнь и подписывайтесь.